Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы будем смотреть на новый скин. Посмотрим, что он, как он, где он. Плюс это нам даст... О, ничего себе, здесь и по 1500 открыли. Это даст нам возможность поставить два талантика на зефирку, которую, в принципе, я думаю, многие уже собрали. Может, кто-то собрал и на русском сервере. Уже, в принципе, можно. Там неплохой тоже пак дают. Давайте жахнем за 1500. Оп, капитан Дрейк, оп. Мега имбы падают. В общем, забрал я пак, где дают скин. 100 осколков еще дают. Сейчас половим еще зефирку, может еще словим одну. Но она мне, в принципе, не нужна, ее хватает одной. Скин на стрелка тоже надо будет забрать. И, в принципе, все, вся обнова уже пройдена. Скажем так. Так, окей, поехали. Начнем со скина. Это на битву гильдии сборка была. Вот так вот. Посмотрите, как теперь он выглядит. Прям золотой дракон. Интересно, 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 как теперь его умение будет выглядеть. Ну, золотое поменялось, и, в принципе, сейчас посмотрим, или поменялось его этот умение, которое его хилит. Ну, вроде золотое тоже поменялось немножко. Ну, золотой дракон, короче. По деньгам, да. Первые владельцы именно так его могут называть. Ну, в общем, такое вот. Давайте попробуем. Обратно вернем скин. Санлорд. Ну, золотистый. Просто поменялся его внешний этот и шарик, который перед ним залетает. А так, по сути, ребят, ничего не поменялось в нем. Ну, такое. Единственный плюс, это, конечно же, то, что мы сможем делать разные сборки. Вот и все. В общем, вот так вот. Еще и поубивал всех. Так, по поводу талантов, ну, это сборка на битву гильдий, а вторую, не знаю, мне больше всего нравится, вот, пока со всего, что я тестил, это воодушевление, ничего себе, Сандер, воодушевление плюс вечно вылетает огонь жизни, по-моему. Забил я играть на русском сервере, забыл, как таланты называются. Вот, то есть такая вот сборка у меня будет второй, она дает крит. Ну, в принципе, он неплохо смотрится. То есть, либо такая сборка, либо такая. Что-то другое ставить пока не хочу. Можно, конечно, баст поставить, можно кучу разных тестов сделать. Еще это мы сделаем, это у нас впереди. Но, в принципе, я пока вот такую сборку оставлю. Мне нравится такой и такой вариант. Ну, не знаю, по поводу скина, я бы не сказал, что он там особо... Вот, мне такое, честно говоря, наверное, и больше нравится, чем вот такое вот. Ну, надо посмотреть. В общем, такой вот золотой дракон. Как он там, Санлорд?
Да, Санлорд. Окей, поехали, пооткрываем плюшки. Надо еще нам две эмблемки качнуть. Так, еще 15. Вот я скин на стрелка собрал. Еще добавилось у нас немножко рун. Так. Скин на стрелка. Стрелка я вам уже показывал, как он выглядит. Вот, смотрите, у нас уже 100. Даже санборда сейчас подкачаем. Так, окей, отлично. А что у меня делается с этим? С новым пэтом. Его надо тоже по чуть-чуть качать. Еще одно. Что недокачанное в этом другу. Такс. По эмблемам. Надо еще, наверное, ожив сделать. Сейчас надо посмотреть, что у нас по девятым эмблемам вообще делается. Надо на многих героев, кстати, напихивать еще. И оживы девятые тоже нужны на по локации. Я думаю, скоро они начнут полным ходом и девятки продавать, так как восьмерки сейчас продают. Так, по девятым у нас баст. Воодушевление. В принципе, воодушевления хватает. Три оживы девятых. Сколько у меня камней есть? Четыре можно сделать. Четыре. Блин, а давайте сделаем на архе. Вот так вот. Ха, камней не хватает. Сделаем на архе демона эмблемы. Чтобы уже не возвращаться потом. Так, а что, у меня красных камешков нету? Печально. Видите, до чего приходится? Доходит. Опа, и слили. Ну, в принципе, это расходный материал. Знаете, сколько их можно достать? Заходишь на рынок, и они продаются через день. И плюс можно с сундуков достать. Так, окей. Поехали. Сюда. Ой, чуть не сделал. Какой раскол. Плюс 4. Так, а что у нас еще продают? По 4 продают. У меня один остался. Надо будет еще доделать. Доделаю потом. Такс. Это дали нам плюшечки. Поехали, попробуем словить еще одну. Что с ними делать, с этой пылью? Пусть
Так, еще один. Еще один. Давайте по фану сделаем, как мы раньше делали. Смотрите, сколько нападало, блин, я не знаю. Интересно, интересно, сколько мы словили в итоге? Как думаете? Ни одного еще не собрали. Так, что у нас в итоге? 94-20. Ну, то есть, уже собрали полтора. В общем, вот так вот, ребят. Такой вот скин, такие вот плюхи. Потестирую я еще на архе сегодня. Он вроде есть, успеем. Эмблемки 9. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.